В эти выходные в подмосковном Красногорске проходит рейтинговый турнир мировой серии по спортивным танцам на колясках «Кубок континентов». Танцевальное шоу собрало на одной площадке спортсменов из 20 стран мира. На соревнованиях бывал наш корреспондент Екатерина Гоголева. Красивые костюмы, яркий макияж и зажигательные мелодии. Но в отличие от обычных спортивных танцев, в этих еще один атрибут – инвалидная коляска. Первый вопрос, который приходит в голову, когда видишь, что вытворяют на паркете спортсмены – это намного сложнее или не очень? Я думаю, это вопрос партнер, потому что у него здоровая партнерша была, и я. Вот пускай он скажет. На самом деле нет. Это абсолютно не отличается. Главное привыкнуть, но это может... 2 недели максимум, все, ты привыкаешь. Кубок континентов в этом году юбилейный, 5-й. Он же дает и последнюю точку отсчета для первых в истории России паралимпийских игр. 5 лет назад в нем принимали участие только 4 страны. На этот раз здесь 256 спортсменов из 20 стран мира. Самое главное, что Международный паралимпийский комитет наделил его статусом Кубка мира. Это значит, что все спортсмены получат рейтинговые очки, что им важно для их спортивной карьеры. Медленный вальс, танго, фокстрот и квикстеп. Этим парам под силу все. Сложнее будет судьям. Пожалуй, именно в их работе и таится главное отличие обычных танцев от танцев на колясках. Им нужно оценить гармонию между партнерами. С одной стороны, это сложно, но зато есть возможность общаться с обычными людьми. Я сам становлюсь увереннее в себе, а еще это отличный повод надеть красивый костюм. Мы женаты уже 43 года. И когда я заболела, мы начали танцевать. Это было 16 лет назад. И нам очень нравится. Это наша жизнь. Светлану Кукушкину и Максима Седокова связывают не только танцы, но и 10 лет крепкой дружбы. Максим как самый верный друг и верный партнер. Целый год, пока я была в декретном отпуске, он меня ждал. Я вышла на паркет. У нас не так много тренировок, конечно, было. Очень интересен наш результат, потому что все предыдущие Кубки континента мы занимали исключительно первое место. Посмотрим, что у нас будет здесь. Пара Светланы и Максима покажет свое мастерство сегодня. В общей сложности за 2 дня соревнований среди танцоров будет разыграно 26 комплектов медалей. Екатерина Гоголева, Владимир Силантьев, ТВ-центр.